«Осень. Стоп. Продвигаем лето». Флешмоб под таким названием прошел воскресным вечером на площади Пушкина. Около 300 юношей и девушек решили сказать «нет» законам природы на языке танца. Всех пришедших объединяла весьма утопичная идея – остановить наступление осени. Суть танца была в том, что мы как бы поделили его условно на две части. Первая часть осенняя, где мы выходим в черных, серых толстовках, грустные, невеселые, музыка достаточно такая пасмурная. Вот. Потом происходит изменение, в нашей душе просыпается лето, мы снимаем с себя черные кофты, танцуем с ними. Вот. И заканчивается все позитивным танцем под названием хип-хоп. Участников флешмоба собирали через интернет. Танцевальная мастерская «Айди» сняла видеоурок, с помощью которого любой желающий мог выучить движение. Неприятный сюрприз устроила погода. Во время выступления пошел сильный дождь, в адрес которого, собственно, и предназначался протест. Погода сыграла с нами плохую шутку, что начался дождь, но мы все равно не испугались дождя и танцевали на веселых парах. Как зарядились, так и все это пошло-поехало. Видимо, желание хоть чуть-чуть продлить лето было у ребят действительно очень сильным. По крайней мере, пасмурное воскресенье сменил теплый и солнечный понедельник. Елена Белова, Артем Алиев, РТВ Иваново.